На радость взрослым и детям во дворе на Минской 57 устанавливают игровой комплекс. Практичная лестница из дерева, шведская стенка с рукоходом, мост с перилами и удобная горка. И, конечно, комфортные качели. Современное оборудование соответствует всем требованиям техники безопасности. Производится осмотр, своевременный ремонт и установка нового детского игрового оборудования. Также установлено в 23-м году более 80 штук малых архитектурных форм, а именно это и скамеек, и установлены и урны. На придомовых территориях, конечно же, у нас ежедневно работают дворники, которые непосредственно делают наш город чище. В самом разгаре покос травы во дворах. Более 70 тысяч гектаров обрабатывают за сезон только в Ленинском районе. Сотрудники ЖЭУ работают согласно графику, при этом всегда учитывают обращения граждан. Жильцам мы прислушиваемся. Просьбы иногда поступают бабушек, допустим, обкосить какую-то клумбу. И всегда советуют друг другу, говорят, вот я его знаю, он очень хорошо цветы, он не собьет это точно. А у них же всякие там цветочки, физалисы растут. Цветет и пахнет. Петунии, бегонии, виолы, бархатцы. Бобруйские озеленители в этом году высадили 590 тысяч единиц рассады. И это еще не все. Радует глаз барбарисы, спиреи, туи. В разных частях города развешаны ящики с ампельными цветами. А на тротуарах и зеленых зонах стоят большие вазы с растениями. Тихий, спокойный, небольшой городок. Все компактно доступно. Очень нравится Бобруйск. Я могу сказать, что всегда тянет на родину. Какой бы другой ни был город, там мегаполис большой, я много где была, и в Индии, и в Италии, и в Европе, и в Азии, но всегда тянет в родные, любимые места. Много магазинчиков сделано, площадь Ленина мне нравится. С детками мы ходим гулять по этим местам, которые тоже напоминают нам о нашем детстве. Ну, Бобруйск мы очень тоже любим. Большое внимание дорогам. Рабочие продолжают укладывать тротуары на Пролетарской и Пионерской. Вскоре уложат асфальт на Гоголя. Апгрейд полностью затрагивает и маршрут движения автобуса 5А, а также спуск к городскому пляжу санатория имени Ленина. Выполнены работы по ремонту улицы Ковзана. Выполнены работы на улице Ванцетти, на улице Чангарской, на улице Октябрьской. Начали работы по улице Комсомольской и улице Энгельса. Асфальт заменили также на Социалистической, Шевченко, Пушкина, Гагарина, Карла Либкнехта, Третьей Луговой, Минском шоссе и в переулке Четвертом Путейском. И это лишь часть списка. К тому же за счет средств республиканского бюджета новенький тротуар появился на Минской, Урицкого и Береговой. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.